Прошел четверг, и пятница прошла, и суббота. Мне конец, я этого не вынесу. Мы нашли эти деньги? Нет, значит, прощайся с нашим магазином. Что я могу сделать? Аллах, Аллах, можно подумать, что я прячу от тебя деньги. Нет их у меня, нет! А на вино деньги есть. Думаешь, нас спасут медики, что я истратил на выпивку? Глупости, не болтай. Моя молодость мимо прошла. Я потратила ее на эту ненавистную лавку. Давай ищи себе работу. Не берут меня на работу, милая. Я спрашивал. Конечно, не берут. Кому нужен такой работничек? Это очень важный проект. Нужно все продумать. Был у меня товарищ, работал на шахте. Мы вместе учились в Берлине. Я свяжусь с ним. Он наверняка поможет. Этот проект стал бы прорывом, а холдинг сделал бы шаг вперед. Не может этого быть. Я думал, ты скажешь «сделай», как знаешь. Невероятно. В моей жизни многое поменялось. Мы просто давно не разговаривали, Анур. Я чего-то не знаю, верно? Да. Мы к маме ходили. То есть к Севальханым. Ты серьезно? Кровное родство – это глупости. Мать та, что растила, а не та, что дала жизнь. Поздравляю. А ты расстраивал бедняжку попусту. Дурной характер. Я постоянно кого-то расстраиваю. Это правда. Тебя, Шахрезад, Бину, всех. Ладно, все уже в прошлом. Войдите. Прошу, эфенди. Спасибо. Приятного аппетита. У тебя в рукаве всегда есть козырной туз, да, папа? О чем ты? Какие тузы? А еще есть терпеливая дочь. Семейх, твой кофе. Спасибо. Но деньги сразу. Мы что, от тебя бежим? Какие деньги? Сезен, вы должны нам 150 лир. Хозяин требует вернуть, имей в виду. Отстань от меня. Мне еще об этом думать. Семейх, я жду. 2 лиры. Ну как не стыдно, как не стыдно. Мы ведь соседи. Сезен, дай ему 2 лиры. Нет, нет денег. В кассе совсем пусто. Ну что ты за дочь такая? Никакого проку от тебя никогда нет. Не нравится, откажись от меня. Я не буду возражать. Возьми, только сдачу принеси, давай. Это еще что? Сезен, что это за бумажка? Приходил какой-то тип, тебя спрашивал. Главой холдинга Беньяпы представился. Позвоню-ка я ему, может, хочет нас на вечеринку пригласить выступить. Точно, точно. Таркан и помощница. О, Аллах, как же я буду счастлива, если хотя бы один твой долг будет оплачен. Я пойду поработаю. А, кстати, Бину беременна. Что? Самую хорошую новость на десерт оставил. Ну, давай я тебя обниму. Поздравляю, будущий отец. Спасибо. Это невероятное чувство. Когда вы узнали? Что вам на это сказала Севальханым? Секундочку. Слушаю. Алло. Говорите. Здравствуйте, это Кереманджиоглу, верно? Да. Вы искали меня совсем недавно. Оставили в магазине свою визитку. Я Семих Усшинер, гитарист и композитор, конечно. Я был в 2-недельном турне и только вернулся в Стамбул. Дочь дала мне вашу визитку. Я вам перезвоню. Керем, все в порядке? Кто звонил? Мой отец. Отец? Присядь.
умный какой-то. Не понимаю, зачем оставлять визитку, если разговаривать не собираешься? Что случилось? Таркан все-таки первым стал. Ха-ха. Если понадоблюсь, сам мне позвонит. Почему ты не стал говорить, Керем? Ты так долго его искал. А что мне ему сказать? Ты бы как поступил? Не знаю, наверное, я бы с ним встретился. Что мне ему сказать при встрече? Подскажи. Посетовать на то, что мой отец жалкий спившийся подлец? Или на то, что моя мать из-за него покончила с собой, когда мне исполнилась неделя? И еще, конечно, спросить про угрызение совести. Скажи, Анур. Выскажи ему все, что ты о нем думаешь, и закрой эту страницу своей жизни. Если бы все было так просто.